Здравствуйте, друзья! Мы с Томиком, красавцем, отправляемся на площадку, где он сегодня побегает с дружбаном, черным, здоровенным, королевским пуделем. Они вместе будут сегодня дружить. Сегодня, друзья, воскресенье. Практически 6 часов вечера без пары минут. Нам назначено на 6. Как пуделя того зовут? Черного пуделя, как зовут тебя? Тревор. Тревор. Друзья, сейчас Треворок нам подойдет, и мы побегаем. Он здоров бегать, а мы любим, чтобы собачка побегала. Вот так, друзья, и ходит, можно сказать, одиноко. Тут лапку задерет, там лапку задерет. Скучает, скучает. Он еще не знает, что Тревор сейчас появится. Это тут просто местные встречи такие. Вот. Да, такой весь в заплаточках такой, да. Тихолесая собака. С мячиком, у нее мячик во рту, эти собаки. Это австралийская овчарка, друзья, Australian Shepherd. И он молоденький, ему еще года нет. Вот, но вот он такой, красавчик такой, австралийский. Давай, ребята, пацаны, побежали. Друзья, это щеночек, ему 5 месяцев. Он такой где-то даже на лисичку похож, а где-то на кошечку. Это называется Border Collie. То есть не Collie, а какая Border Collie. Он будет раза в 2 больше, когда вырастет. Ну, в общем, таким примерно останется в пропорциях и в раскраске. Он такой щеночек, очень любит играть. И побегать любит. Ну, такой, ну, маленький еще. Все, друзья, пришел наш пуделище. За ним сразу увязалась орда. Привет. За ним сразу увязалась орда. Он как-то их возбудил. Ну-ка, пошли, давай. Так. Пацаны, давай! Так. Оп. Так. Ну, он, конечно, быстрее Томика бегает. Он такой длинноногий. Хотя Томми, надо сказать, тоже здоров побегать. Смотри. И Томми-то уже полчаса тут гуляет. У нас этот самый... Все собачки пришли. Вот он. Да, друзья. Трудно быть черным пуделем, когда вокруг белые коты. Ребята, давай. Вот после такой гонки и поспать можно хорошо. Это он что, всегда так у него? А, вот у вашего мальчика. А он скандалист? Нет, стоп. Он такой же. Да, вот они сами хотят. Вот так, друзья. Так вот жизнь-то вся. Надо хорошо бегать. Ой, мать честная, с такими скоростями не успеваешь заснять. Надо хорошо бегать, друзья, чтобы тебя не облаяли и не покусали. Томик еще добегался. Так. Давай. Но Томми не сдается, он чувствует, что это его, можно сказать, близкий родственник. Томми ж сам на 62,5% пудель. Это его, он там мячик свой бросил. Это Томми даже бросил свой мячик, видите. Да. Вот он, друзья, Тревор Ильич. Такой он у нас черный. Да. И вот, друзья, Томми тоже испачкался. Но, понимаете, Тревор, он даже испачкается, вы не увидите, поскольку он черный. А Томми испачкался. У него лапы стали грязные.
ты мальчик, ему 2 года. Вот этому мальчику 2 года. Вот. Красавец. Ух! Вот так, друзья, собак, как деток, выгуливаешь, чтобы побегали, чтобы хорошо спали. Вы видите, друзья, эту уставшую морду, и вы видите эти натруженные лапы. Лапы, боже мой, придется нам сейчас его мыть, тетя Света, правильно говорю? Да, но я не могу такого грязного домой пустить. Вот, сейчас мы, друзья, ну мы тут его протрем, что ли? Да я даже не знаю, нет смысла. Нет смысла. Все, мы сейчас ведем его домой и моем.